Кокрейн – это международная некоммерческая организация, изучающая эффективность медицинских технологий. Его центр в России базируется в Казанском федеральном университете. Одним из ведущих проектов Кокрейна является разработка доказательств позитивного или негативного влияния лекарственных препаратов и медицинских технологий. Кокрейн провел исследование действия церебролизина при остром ишемическом инсульте. В рамках этого кокрейновского систематического обзора удалось впервые в мире показать, что церебролизин имеет доказанные риски. И уверенность в этих рисках среднего уровня, то есть это достаточный уровень, чтобы о них говорить. Церебролизин – это лекарственное средство, использующееся в лечении инсульта, различных видов слабоумия, болезни Альцгеймера и других неврологических расстройств. Кокрейн Россия сейчас пытается донести результаты до российского врачебного сообщества. Церебролизин при остром ишемическом инсульте в несколько раз увеличивает число неблагоприятных событий. Неблагоприятные, серьезные события, это действительно серьезно, это или получение инвалидности, или существенное продление срока госпитализации, или необходимость отмены препарата. Поэтому этот результат, он важен, и мы полагаем, что, естественно, этот результат, скорее всего, не будет ограничиваться только популяцией пациентов с острым ишемическим инсультом. Но для того, чтобы делать дальнейшие выводы, нужно проводить дальнейшие исследования. Российский центр Кокрейна внедряет эти исследования в обучение студентов медицинского направления Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз.